Ребята, всем привет! И в данном видеоролике давайте разберем дорожную карту и токен сейл проекта Caravan Chain. Мы уже поговорили про то, в чем идея данного проекта в прошлом видео, поэтому логично разобрать их планы, вот, и соответственно как раз таки детали покупки и продажи токенов. Так вот, развитие концепции было в втором квартале 2017 года. Также в третьем квартале 2017 же года была написана белая бумага и проект утверждения концепции. Следующий, четвертый квартал, также 2017 года, это планирование предварительного ICO, то есть первичного предложения монет. Следующий, 2018 год, это первый квартал, если брать разработку веб-сайта ERC-20, то есть эфириума, соответственно. Следующий, третий квартал 2018 года, это монеты пресейл для первоначальных инвесторов и для запуска общественного токен-сейла. Четвертый квартал 2018 года, это монеты разблокированы в... соответственно, для запуска в некоторых биржах в будущем, то есть это совсем скоро уже состоится данный этап. И следующее, мы перемещаемся уже в будущий 2019 год. Так вот, будет альфа-версия Caravan Chain ERC-20, эфириум начнет выполнение. Также в январе начнется сжигание монет. Также во втором квартале 2019 года будет запуск API Mainnet и мобильного приложения для Android. Также второй квартал 2019 года – это запуск платформы, также разработка программного обеспечения и веб-сайт, где все исследование гибридных технологий может использоваться совместно со всего мира. Теперь какие здесь есть этапы продаж и какие, соответственно, будут бонусы. Так вот, на пресейле на первой неделе бонус 50%, цена 0,09 доллара. Вторая неделя – бонус 40%, цена 0,1 доллар. Третья неделя – это... 30% бонус 0.11 цена уже будет, и четвертая неделя 20% бонус 0.12 долларов цена. Теперь на ICO какие условия? Итак, первая неделя бонус 50% цена 0.18, вторая неделя бонус 45% цена 0.18 тоже, третья неделя 40% 0.19 будет цена, четвертая неделя 35% и 0.20 цена, далее пятая неделя 30% и 0.21 доллара цена, далее шестая 25% 0,22 доллара, 7 20% 0,23 доллара и последняя 8 неделя 15% бонусов и 0,24 долларов цена. Теперь распределение монет тоже с вами давайте обсудим. Так вот, на партнерство и на ранних, в общем-то, установителей уходит 10% монет, 8% на управляющую компанию, 4% на совет консультантов, 3% на разложение и выкуп, 5% на баунти и реферальную программу и 70% основная масса, конечно же, на продажу, то есть на пресейл и на ICO. Ну что ж, теперь подробности тоже давайте обсудим. Так вот, как я и говорил, это блокчейн эфириума, то есть стандарт ERC-20. Также символ у него будет REO, общее число токенов 360 миллионов. Для продажи будет 165 миллионов REO и бонусы, софткап 2 миллиона долларов. И, как я и говорил уже в прошлом видео, они уже собрали софткап, даже сильно его перевыполнили, они собрали больше 6 миллионов долларов. И хардкап 20 миллионов долларов у них. Ну и также дата тоже здесь видно. Так вот, публичный токен сейл идет до 15 октября. И, соответственно, в дальнейшем будет монета выпущена на различных биржах. И также, соответственно, мы видим, что они принимают такие валюты, как эфир и биткоин. Теперь поговорим еще про команду данного проекта. Тоже это важная информация. Так вот, основатель проекта — это Ниамсу Лохани. Также директор компании Тусхар Лохани. Далее Амит Кумар — это Caravan Chain. Радж Каракумар — это советник. Далее Марк Брук, R&D советник. Далее Чедрай Дженниел — это строительные блоки на блокчейне. Далее Анкир Матур — советник. Мука Салатау — тоже советник. Тимо Триплер является консультантом. И также поговорим о разработке и маркетинг. То есть это Акшай Рамнабл, это Патрик Хуцей, это SEO руководитель группы. Также это Мукеш Кушваш, это менеджер по цифровому маркетингу. Также Дикшант Капил, SEO аналитик Caravan Chain. Также Тригуа, блокчейн разработчик. Рупали, фронтенд девелопер. И также, в принципе, еще что вот можно отметить, что есть листинг на разных ICO трекерах. Допустим, ICO Bench, Track ICO, Found ICO, ICO Pointer, ICO Alert, ну и так далее. Ну и также есть информация по данным проекте на различных, в общем-то, ресурсах, тоже связанных с криптовалютами, допустим, на форуме Bitcoin Talk известном, ну и на многих других тоже порталах. И также, опять же таки, видно сведения про, соответственно, партнеров данного проекта.
Ну что ж, мы разобрали в данном видео прежде всего дорожную карту деталей токен-сейла данного проекта. Это важная информация, надеюсь, что она вам понравилась. Тогда всем спасибо за внимание и до встречи уже в новых видеороликах.